Теперь с понедельника по субботу включительно после 2 часов дня при заболевании ребенка нужно вызывать не участкового врача, а скорую. Прибывшая бригада оценит состояние ребенка, и если не требуется госпитализация, то врач назначит лечение и даст рекомендации по обращению к участковому педиатру. Либо, если состояние ребенка этого не требует, будет назначен актив участковой медсестре, которая придет, оценит тоже состояние ребенка, либо его она пригласит на конкретный день на прием в детскую поликлинику, либо, если она видит, что состояние ребенка требует повторного осмотра врача, сделает актив участковому врачу-педиатру. Больничный лист будет оформлять участковый врач. Ежедневно сотрудники детской поликлиники проводят сверку с КБ-50, и все данные о вызовах скорой к ребенку заносятся в медицинские карты детей. На основании именно карты вызова скорой медицинской помощи на следующий день участковый врач по решению врачебной комиссии оформит необходимый больничный лист именно с того дня, когда они вызывали скорую помощь. Вызвать врача к заболевшему ребенку можно по телефонам 03-60104 или с мобильного 103 и 112. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.